Наденька, что ты делаешь? Я была не права. Видимо, этот последний лист остался для того, чтобы показать мне, насколько я ошибалась. Грех желать себе смерти. Дай мне, пожалуйста, немного бульона. Хотя нет. Сначала принеси мне зеркало. И я, сидя, буду смотреть, как ты рисуешь. И принимать лекарства. Я все сделаю. Может, ты тоже хочешь рисовать? Нет. Хочу смотреть, как ты рисуешь. Хорошо. Когда-нибудь я нарисую Ниагарский водопад. Конечно. Наденька, милая, Надечка, перестань. Наденька. Thank you.
ты как? Я даже не задумывалась, почему в ту ужасную бурю, сумасшедший ветер и сильный дождь не сорвали последний лист. Доктор мне сказал, что он 2 дня пролежал в тяжелой лихорадке в своей квартире, пока его не нашли. А потом еще 2 дня в больнице в тяжелом состоянии. А они даже не догадываются, почему он был насквозь промокший. Возле двери стояла лестница, а рядом 2 баночки с краской. Желтой и зеленой. Он нарисовал свой шедевр. Твой последний лист.